Первые шаги на пути развития в Оловянинском районе определены основные точки роста, которые в будущем должны принести району ощутимую пользу в виде новых рабочих мест и налоговых поступлений в местный бюджет. Какие планы на перспективу строят местные власти, расскажет Любовь Хорошева. Окрестности поселка Оловянное богаты известняками. Здесь когда-то функционировал мощный завод по производству извести. Сейчас неподалеку от замершего 90-е гиганта планируется строительство цеха по обжигу извести. Для этого в районе есть все необходимые природные ресурсы. Высококачественные известняки, большие запасы глины, уголь. Участок под новый объект выделен. Нашелся инвестор здесь же, в районном центре. Планируется строительство около 10 напольных печей, ремонтная база, а также административно-административная